Если в ваш дом пришли проповедники с Библией в руках, которые хотят рассказать вам о Боге, о вере, спросите, как называется их религиозная организация. Скорее всего, что перед вами будут свидетели Иеговы. Люди, которые никогда не расстаются с Библией, которые учат тому, что они есть представители Иеговы, то есть Бога, сотворившего небо и землю, и поставлены для того, чтобы дать каждому из нас понятие о Священном Писании. Их приход в ваш дом обусловлен их учением, тем, что они должны ходить из дома в дом, так как делали это ученики Христовы. Если вы откроете Священное Писание, начнете читать самостоятельно его, то вы увидите, что апостолы действительно ходили из дома в дом, неся радостную весть, но только при земной жизни Спасителя. Когда же Христос умер, воскрес, вознесся, то апостолы проповедовали по другой совершенно схеме, которая была понятна тем людям, среди которых эта проповедь христианская звучала. Посещая различные города Средиземноморья, апостолы, как правило, шли в синагоги. И первые проповеди, которые звучали о Христе, звучали среди тех людей, которые ждали обетованную Мессию, которые знали о пророчествах, и на эти пророчества можно было ссылаться. Второй способ проповеди был связан с явным чудом, как, например, упоминается в книге Деяний апостольских, как Петр исцелил человека, и когда люди собрались для обсуждения этого чуда, то апостол Петр использовал эту ситуацию для того, чтобы рассказать им о Христе. То есть мы видим, что проповедь связана с неким доверием людей к апостолам, и это доверие формируется либо религиозной культурой этих людей, либо их каким-то чудом, который явно показывает существование сверхъестественной силы, которая действует через апостолов. Мы видим также пример апостола Павла, который приходит в Афинский Ареопаг, и там он рассказывает о Христе. Что эти все случаи объединяет? Именно то, что апостолы уже на момент проповеди обладали достаточным количеством авторитета. Если апостол Павел проповедовал в синагоге, то он проповедовал как иудей, который был совершеннолетним, имеющим полное законное право там обсуждать закон и учить на основании своего происхождения и своего религиозного положения. Если он приходил в Ареопаг, то он там выступал как римский гражданин, как человек, знающий греческую и римскую философию, представляющий в данном случае, позиционирующий себя как просвещенный человек, гражданин империи, гражданин римского государства. Можно ли сказать, что наши друзья, которые приходят к нам с Библией в руках, они обладают существующим уже авторитетом, что они действуют именно так, как написано об этом в Священном Писании? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить себя, на кого похож проповедник с Библией в руках? Наверное, самое близкое сходство человека, который приходит говорить нам религиозные истины, это врач. Дело в том, что изначально, с древних времен, религия рассматривалась как средство терапии, духовной терапии, то, что исцеляет нашу душу истинным знанием. Поэтому проповедник с Библией в руках – это врач, который приходит для того, чтобы помочь нам исцелиться духовно. Представьте себе, что в ваш дом пришли два человека в белых халатах и сказали, что они сейчас будут вас лечить. Наверное, вы бы спросили, в лучшем случае, если бы не выставили их за дверь, спросили бы об их документах, документы об их образовании, документы с прежних мест работы, какие-то сведения о них, которые вам необходимы для того, чтобы довериться этим людям. Ну, предположим гипотетически, что свидетель Иеговы покажет вам Библию и скажет, вот документ, который разрешает нам проповедовать. Или журнал «Сторожевой башни», который они с собой носят. Это сравнимо было бы, если бы вот этот пресловутый врач в белом халате, который пришел бы в ваш дом, показал бы вам
анатомический атлас или медицинскую энциклопедию и сказал, это дает мне право проповедовать. Конечно, вы прекрасно понимаете, что не проповедовать, а лечить вас. Мы прекрасно с вами понимаем, что это была бы достаточно смешная ситуация, то никто бы из нас бы не стал бы лечиться у такого врача. Человек, который хочет заниматься терапевтической практикой, должен иметь нормальный диплом образования, нормальное понимание того, сути всех происходящих процессов в той сфере, в которой он работает. Можно ли такое сказать про свидетелей Иеговы? Свидетели Иеговы имеют достаточно примитивное представление о духовной жизни. Для них духовная жизнь – это некие нравственные предписания, когда человек не пьет, не курит, не ругается матом, ведет достаточно благопристойный образ жизни, и его духовный рост, как правило, определяется количеством людей, которых он приводит в организацию, количеством времени, которое он затрачивает на изучение внутренней литературы этой организации, прежде всего журнала «Сторожевой башни» и других книг, которые издаются этой религиозной организацией. Поэтому, конечно же, никакой глубины духовной эти люди нам сообщить не смогут. И даже их внутренняя литература, с которой мы сегодня с вами познакомимся, говорит нам о том, что без руководства организации «Свидетели Иеговы» мы не сможем с вами правильно понимать Священное Писание, поэтому любой приход «Свидетели Иеговы» в наш дом означает мировоззренческое подчинение нас представителям этой организации. Если в ваш дом пришли эти люди, вы можете спросить их о том, как они исполняют Священное Писание. Есть высказывания в Священном Писании, на которые они чаще всего ссылаются, но которые не до конца не прочитывают. Это книга «Деяний апостольских», где рассказывается о том, как верийские христиане изучали Священное Писание. Про них апостол Павел написал, что здешние были благомысленнее фессалоникийских, ибо они проверяли Священное Писание, все, что говорят апостолы, точно ли это так. Речь шла о том, что эти люди находились в иудейской синагоге. Это рассмотрение Писания находилось в иудейской синагоге, аналогом которой может являться вполне воскресная школа или какой-то центр исследований Священного Писания. В общем, где собираются люди, которые знают Священное Писание и могут задавать различной степени сложности вопросы, куда свидетели Иеговы никогда не приходят. Они стараются избегать этих встреч, мотивируя это тем, что, дескать, может возникнуть спор, может возникнуть какое-то искушение там эмоционально отреагировать на полемические выпады оппонента. Но апостол Павел или апостол Петр или какой-то другой апостол никогда не руководствовался этим соображением. То есть представьте себе апостола Павла, который бы говорил, я не пойду в иудейскую синагогу, потому что там может возникнуть спор. Это говорит о некой внутренней закрытости этой организации. И действительно, сегодня мы с вами рассмотрим причины этой закрытости и способы такого контакта со свидетелями Иеговы, который поможет нам, не разрушив психику этого человека, не причинив ущерба его внутреннему миру, помочь ему приобрести некие понятия о Боге и о спасении, которые будут свободными представлениями, которые будут связаны с его личным выбором. Не с насилием организации, которая подавляет волю этого человека, а именно со свободным выбором, именно с тем, что дает действительно возможность нам иметь настоящие, глубокие, осмысленные отношения с Богом. Прежде чем я приступлю к повествованию о том, как это делается, на основании той методики, которая существует в нашей Калининградской епархии, я расскажу один случай о том, как эта методика работает, а потом расскажу различные грани этой методики, некоторые нюансы, и вы сможете сами, общаясь со свидетелями Иеговы, не только высказать свою позицию какую-то и рассказать о своей вере, но вы сможете достучаться до них, вы сможете донести до них те истины, которые помогут этим людям освободиться от контроля этой организации. Этот случай произошел у нас в епархии, в одной из деревень на окраине епархии.
в одной школе, где учительница математики стала свидетельницей Иеговы. Она очень быстро, в течение полугода буквально, сколотила такой кружок по изучению Священного Писания и стала активно проповедовать учение этой организации, включая в этот кружок практически всю местную интеллигенцию. Надо сказать, что деревенская интеллигенция – это, как правило, врачи, это педагоги, ну, может быть, кто-то еще из администрации поселковой. Все остальное население у нас в деревне, как правило, подвержено различным порокам, в том числе пороку пьянства. И общаться с этими людьми достаточно тяжело. Это состояние всенародного такого пьянства в деревне, оно порождает такой дух уныния и прекрасный фон для того, чтобы какие-то сектантские учения находили огромное количество последователей. И вот на этом фоне появляется молоденькая девушка, миловидная, симпатичная, умная учительница математики, которая быстро приобретает очень серьезный авторитет в глазах ее, значит, соседей, там, односельчан. И создается вот такая вот небольшая группа сектантская, которая начинает быстро расти. Когда директор школы узнала об этом явлении, что перед ней свидетельница Иеговы, она обратилась в РОНО, и сотрудники РОНО приехали, посмотрели, пообщались, ничего там криминального не нашли, сказали, ну, нормально, все, люди выполняют свою работу хорошо, преподают свои предметы хорошо, оставляйте их в покое, не трогайте. Тогда директор школы обратилась за помощью в Калининградскую епархию. И мы организовали встречу, мы предложили организовать встречу свидетелей Иеговы и тех, кому это интересно, обсуждение этого вопроса. Эта встреча позиционировалась как некое такое собеседование на тему веры, в котором в этом собеседовании должны вскрыться различные мотивы людей, которые проповедуют о Христе, как православные, так и свидетели Иеговы. Там на этой беседе присутствовала эта женщина с тремя своими ученицами, имеется в виду женщинами-учителями других предметов, которые уже хотели вступить в эту организацию, принять там крещение, готовились к вступлению в эту организацию. Присутствовал директор школы, священник местный присутствовал и присутствовала преподавательница основ православной культуры. И разговор был очень спокойный. Сначала я объяснил смысл этой встречи, что мы будем сейчас говорить о том моменте, который вызывает у многих людей смущение, недоумение, как учительница математики может быть свидетельницей Иеговы. Понятное дело, что любой человек может исповедовать самые различные взгляды, в том числе учителя и врачи могут быть и свидетелями Иеговы, и баптистами, и так далее. Вот. Но вопросы все-таки возникают, тем более, что о свидетелях Иеговы ходит очень много различных слухов, очень много сплетен, клеветы. Вот. И есть мотивация к тому, чтобы устранить недоумение и, так сказать, в открытом обсуждении увидеть ту организацию, которая есть на самом деле. Первый вопрос, который был мной задан этой женщине, готова ли она всегда она говорить правду о том, что она знает об этой организации. Казалось бы, ну, может быть, такой вопрос не очень корректный. Действительно, человек верующий должен всегда говорить правду. Но я пояснил свой интерес тем, что словосочетание «свидетель Иеговы» предполагает именно обсуждение каких-то сведений на суде. Слово «свидетель» взято из юриспруденции. И согласно римскому праву, свидетель, отвечающий на суде, рисковал тем же, чем рисковал обвиняемый в случае, если будет доказано, что этот обвиняемый оклеветан свидетелем. То есть, проще говоря, если рассматривается дело о краже чужого раба, и будет доказана вина этого человека, то он должен заплатить, например, 10 золотых монет, к примеру. Но если будет доказано, что свидетель оболгал этого человека, то эти деньги должен заплатить сам свидетель. Такие были нормы римского права, и они показывают нам уровень ответственности свидетеля. Что если свидетель говорит о божественном, о сверхъестественном, конечно, уровень ответственности его
возрастает на порядок. Она согласилась с тем, что она должна говорить правду, и она будет говорить правду. Тогда второй вопрос, который я задал ей, может ли организация, которую она представляет, говорить неправду? Она ответила, что организация, естественно, говорить ложь не может, она тоже будет говорить правду. Отсюда я сделал простой вывод, что между тем, что говорит эта женщина, и тем, что говорит организация, должна быть прямая связь. То есть организация должна говорить то же, что и говорит эта женщина, которую она представляет. Понятное дело, что она согласилась, и это был очень важный пункт, который впоследствии сыграл очень такую серьезную роль. Когда я задавал ей вопросы, она отвечала на эти вопросы, где-то около 10 вопросов разных. Она ответила на эти вопросы. Я выкладывал после этого листы 4-го формата с высказываниями Сторожевой башни, в которых содержались прямо противоположные вещи. То есть все, что она говорила, опровергалось именно внутренней литературой организации Святителя Иеговы. Таким образом, получилось, что кто-то обманывает. Говорит ложь либо эта женщина, либо сама организация. Понятное дело, что мы видели искренность этой женщины, видели ее готовность защищаться, биться до конца. Она готова была даже оклеветать себя, сказать, что она тут обманщица, там, или что мы неправильно поняли. Но мы прекрасно понимаем, что в глазах наблюдателей, которые присутствовали на нашей встрече, организация выступила как лжесвидетель, выступила как ложная, лживая организация, что, собственно говоря, и требовалось доказать. Какая методика беседы была в этой ситуации? Что за вопросы, которые мы рассматривали, которые мы обсуждали с этой женщиной? Вопросы, которые вы сможете задать свидетелям Иеговы, и на которые вы получите приблизительно такие же ответы, какие мы услышали от этой женщины. Первый вопрос, который на самом деле лежит на поверхности. Почему именно организация свидетелей Иеговы является истинной Божьей организацией, почему именно она исповедует Христа или исповедует Иегову так, как сам Бог и Иегова хочет этого. Понятное дело, что, как и большинство других религиозных организаций, которые претендуют на право быть представителями Бога на земле или какими-то религиозными общинами такого раннего христианства, свидетели Иеговы настаивают на том, что они следуют только Священному Писанию, изучают только Священное Писание, следуют ему и проповедуют его. Проповедуют Священное Писание. И именно поэтому на основании вот этого понимания Священного Писания и исследования этого Священного Писания они могут называться истинными христианами. Я тогда выложил на стол листочек 4-го формата, на котором было высказывание основателя организации «Свидетель Иеговы», как вы знаете, его зовут Чарльз Рассел, который в своей книге высказался относительно этого вопроса следующим образом. 6 томов моей книги «Изучение Писания» – это практическая Библия, составленная по темам, каждая из которых подтверждается библейскими текстами. Ее можно назвать тематической Библией, и иными словами, это не просто комментарий к Библии, но сама Библия. Люди не только не способны понять намерения Бога без моей книги. Даже если человек читал изучение Писаний в течение 10 лет, если он научился понимать Библию должным образом, и если он отложит мою книгу и попытается читать только Библию, опыт показывает, что через 2 года он окажется в полной темноте. С другой стороны, если он станет читать только изучение Писаний и те ссылки, которые там даны, то даже не открывая Библии, он будет в свете через 2 года, потому что он будет видеть свет Писания. Здесь на поверхности лежат 2 утверждения. Первое утверждение о том, что люди, которые изучают только Священное Писание, но не изучают литературу Чарльза Рассела и его пособия по Священному Писанию, эти люди будут в темноте. Второе утверждение говорит о том, что люди, которые не изучают Священного Писания, но изучают литературу Чарльза Рассела,
эти люди будут на свету. Но в глубине, даже если мы еще так углубимся немножко, порассуждаем над этим высказыванием Чарльза Рассела, основателя организации, мы увидим еще интересную вещь, что человек, который читает Священное Писание 10 лет и откладывает литературу Чарльза Рассела, он будет в темноте. И тот, кто читает его литературу, Чарльза Рассела, 2 года, тот будет на свету. Это очень странное высказывание, которое показывает подлинное отношение Чарльза Рассела к Священному Писанию. Что его литература в 5 раз более эффективно влияет на жизнь человека, который изучает эту литературу, чем Священное Писание. Я называю это утверждение апостольским самомнением Чарльза Рассела. Тогда, после того, как я ознакомил всех с этим высказыванием, раздал листочки, дубликаты этого высказывания людям, которые здесь присутствовали, эта женщина сказала приблизительно следующее, что Чарльз Рассел сделал некую симфонию к библейским текстам. Он просто поменял некоторые тексты местами, а перестановки слагаемых, дескать, сумма не меняется, все равно набор знаний духовных, религиозных остается по-прежнему. Он просто помог нам найти те высказывания, которые нам нужны для конкретно нашей ситуации. Тогда я привел примеры из творчества Чарльза Рассела, именно из его вот этой книги, которая называется «Изучение Писаний». У него 6 томов этих исследований. Вот из этих 6 томов я нашел некоторые высказывания, например, такое. «Альцион – центральная знаменитая звезда в созвездии Плеяд. Кроме того, насколько это исследовано наукой, оказывается полуночным троном, в котором является центром целой системы притяжения, из которой Всемогущий управляет своей Вселенной». Или высказывание, которое можно вполне назвать пророчеством, которое сделал Чарльз Рассел. «Действительно, ожидаются великие вещи, о которых надо говорить, что мы и делаем. В течение 26 лет все существующие правительства будут сброшены и исчезнут, в соответствии с явной достоверностью того, что Библия говорит о временах Исеврея, и что мы считаем бесспорной истиной, что последний конец царств мира сего и полное установление царства Бога завершится к концу 1914 года». Данное высказывание находится в разделе, который называется «Время близко». Том 2. «Общество сторожевой башни», 1989 год. У нас в русском языке издано в 1908 году. Страница 98. Итак, мы привели несколько высказываний Чарльза Рассела. Первое высказывание, которое мы назвали «Апостольское утверждение Чарльза Рассела». Это «Сторожевая башня» от 15.09.1910 года, страница 298. Второе высказывание про Альцион, которое является полуночным троном, с которого Всемогущий управляет Вселенной. Это «Сторожевая башня», это, вернее, Чарльз Рассел, «Изучение Писаний», том 3, страница 327. И последнее высказывание, где говорится о том, что в 1914 году все существующие правительства будут сброшены и исчезнут. Это высказывание из книги Чарльза Рассела «Изучение Писаний», том 2, за 1889 год, страница 98-99. Когда мы цитируем высказывание Чарльза Рассела, как правило, свидетели Иеговы начинают говорить о том, что он для нас не авторитет, что, собственно говоря, можно было наблюдать в нашем общении с этой женщиной. Тогда мне пришлось выложить на стол еще ряд определенных высказываний из уже современных журналов «Сторожевой башни». И я зачитаю, с вашего позволения, некоторые высказывания касательно роли Чарльза Рассела для современных свидетелей Иеговы. «Судя по результатам, не может быть сомнений в том, что стараниями брата Рассела и его сотрудников управлял Святой Дух Иеговы». Это «Сторожевая башня» за 15.05.1995 год, страница 17. «Чарльз Тейл Рассел, первый президент общества «Сторожевой башни», чьей вере нам стоит подражать».
Это «Сторожевая башня» за 1 декабря 1993 года, страница 17. Если бы Чарльз Тейл Рассел не был верен Божьему Слову, о том, чтобы Бог действовал через него, не могло бы быть и речи. Не мог бы быть послушным Богу человек, боящийся проповедовать то, что, как он увидел, ясно сказано в Библии. Не стал бы Бог пользоваться честолюбцем, который с помощью библейских познаний искал славы себе. Вот из этого высказывания видно, что святитель Иеговы считает, что Чарльз Рассел не является честолюбцем, что он не боится проповедовать и что он верен Божьему Слову. Здесь есть еще одно высказывание, которое показывает очень серьезную роль Чарльза Рассела в судьбе организации святителя Иеговы. Находится это высказывание в книге «Возвещатели», 1993 год, глава 6, страница 62. «На протяжении всей своей жизни Рассел был для нас обществом. Вся деятельность вращалась вокруг его неутомимого упорства и исполнения воли Божьей». Надо сказать, что в «Сторожевой башне» за 1 мая 1922 года, страница 132, говорится, что сам Рассел был верным благоразумным рабом, а значит, только он имел полномочия от лица Иеговы раздавать духовную пищу вовремя. Здесь же второй президент руководящей корпорации, или руководящего совета, как сейчас говорят святитель Иеговы, Рутерфорд, утверждает, что отвергать, что Рассел был верным благоразумным рабом Иисуса, означает отречение от Господа. То есть мы видим на основании этих высказываний современное отношение общества Сторожевой башни к своему основателю. Он действительно величайший авторитет, он тот, кто верен Божьему Слову, он тот, вере которого мы должны подражать, а значит, его убеждениям, его мировоззрению и так далее. Из этого, естественно, выходит, что высказывание, которое мы назвали апостольским самомнением Чарльза Рассела, может быть некой такой визитной карточкой для святителя Иеговы, может быть неким символом веры, которое подлинное отношение к Священному Писанию отображает. Женщина, с которой я вел дискуссию, свидетельница Иеговы, она вступила со мной в полемику относительно роли Чарльза Рассела. Она настаивала на том, что нет, современные свидетели Иеговы уже этого не признают и так далее. Тогда мне пришлось задать ряд простых вопросов о том, является ли Чарльз Рассел, например, помазанником, входящим в 144 тысячи избранников Божьих, да, которые могут духовно понимать Священное Писание, которые избраны Богом для того, чтобы вот, руководить Божьим стадом и так далее. И я просто сказал, говорю, вот сравните себя и его. Да, вот он сказал так, вы сказали так. Но он первый президент руководящей корпорации, первый президент общества Сторожевой башни, он помазанник Божий, входящий в 144 тысячи. Он тот, кого называют самим обществом, основатель всей, так сказать, уникальной парадигмы учений святителя Иеговы. А кто вы в данном случае и кому вот нам сейчас верить? Обратился в этот момент к наблюдателям внешним, которые в этот момент увидели определенную непоследовательность в высказываниях, утверждениях этой женщины. После того, как мы обсудили вопрос о том, какая роль существует у Чарльза Рассела в истории организации, мы перешли к следующему вопросу о том, что именно тогда Чарльз Рассел, а впоследствии и само общество, является неким, с точки зрения святителя Иеговы, истинным толкователем Священного Писания. То есть Чарльз Рассел признавал себя этим пособием, этим признавал себя мерилом истинного понимания Священного Писания. А современная литература Сторожевой башни говорит, что этим мерилом является сама организация, то есть руководящая корпорация, руководящий совет. И процитировал несколько таких высказываний. «По воле Иеговы Бога Библия написана таким образом, что необходимо соприкоснуться с его человеческим каналом, прежде чем ее можно будет полностью и правильно понять». Это «Сторожевая башня» от 15 февраля 1981 года, страница 17. Второе высказывание. «Таким образом, Библия – организационная книга и принадлежит христианской конгрегации как организации, а не людям, независимо от того, насколько искренне они уверены в том, что могут интерпретировать Библию. По этой причине Библия не может быть понята правильно без разъяснения видимой организации Иеговы».
И тогда я спросил, вы видите, вот в чем разница между современным учением Организации Свидетелей Иеговы и тем учением, которое было во времена Чарльза Рассела. Кто является вот этим мерилом? Тогда это был Чарльз Рассел, сейчас это Организация Свидетелей Иеговы, сама организация, является с точки зрения вот вашего учения. Возвращаемся к первому вопросу, с чего мы начинали обсуждение. На каком основании вы можете сказать о том, что ваша организация является истинной Божьей организацией? Ответ опять был Библия. Я сказал, что Библию мы понять самостоятельно не можем, об этом написано вот в литературе. Сама организация толкует Библию правильно. Так вот, уточняем вопрос, почему именно Организация Свидетелей Иеговы понимает Библию правильно? Здесь уже началась путаница в словах у этой женщины. И тогда мне пришлось задать ей вопрос, знает ли она о том, как истолковывают Свидетели Иеговы текст Матфея 24 глава 45-47 стих. Зачитаю этот текст. «Кто же верный благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его». Я спросил, знает ли эта женщина, как Свидетели Иеговы истолковывают этот текст. Действительно, у Свидетелей Иеговы существует уникальное истолкование этого текста, которое я сейчас, с вашего позволения, зачитаю. Это толкование находится в книге, которая называется «Тысячелетнее царство приблизилось», выпущена в 1973 году, глава 17 «Раб, видевший призрак», страница 349. Эта глава начинается в этой странице. Итак, текст. В текст библейский сделаны определенные вставки, которые показывают, как Свидетели Иеговы понимают этот текст. То есть некие разъясняющие знаки обозначения. «Кто же верный и благоразумный раб, в скобках организация, которого, в скобках Иисус, назначил над своими, в скобках последователями, чтобы давать им, в скобках духовную, пищу вовремя? Счастлив тот раб, в скобках организация, если, опять дальше скобки открываются, Иисус, придя, опять скобки открываются, в 1914 году, застанет его поступающим так. Истинно говорю вам, опять скобки открываются, весной 1919 года, скобки закрываются, он назначит, опять скобки открываются, организацию сторожевой башни над всем своим земным имуществом. Теперь зачитаю все это вместе, без обозначения скобок. Кто же верный благоразумный раб, организация, которого Иисус назначил над своими последователями, чтобы давать им духовную пищу вовремя? Счастлив тот раб, организация, если Иисус, придя в 1914 году, застанет его поступающим так. Истинно говорю вам, весной 1919 года он назначит организацию сторожевой башни над всем своим земным имуществом. Матфея 24 глава 45-47 стих. В этом тексте дано специфическое толкование Писания, из которого видно, что в 1919 году общество Сторожевой башни получило полномочия от Иеговы распоряжаться всем своим земным имуществом. Так что на основании этого назначения общество Сторожевой башни изъясняет Священное Писание правильно. То есть получается, что у Свидетелей Иеговы существует всего лишь два ответа, почему они могут быть истинной Божьей организацией. Первый ответ, мы уже посмотрели, это они следуют Священному Писанию, только Библии, но мы на основании текстов доказали, что это не так. Во-первых, ранние последователи этой организации считали, что настоящим основанием для истины является текст Чарльза Рассела, который истолковывает Священное Писание. Современные Свидетели Иеговы считают, что не Библия сама по себе дает правильную духовную пищу, а дает организация, то есть верный благоразумный раб, который пользуется, опять-таки, Священным Писанием для того, чтобы на основании Священного Писания давать какие-то истинные знания от Бога Иеговы. Но ответить на вопрос, почему именно Организация Свидетелей Иеговы это делает, они не могут. Тогда остается второй вариант истолкования ответа на этот вопрос, почему Организация Свидетелей Иеговы является истинной Божьей организацией. И это ответ о том, что в 1919 году Христос назначил организацию общества Сторожевой башни своим полномочным представителем. И он организовал суд над христианскими конфессиями, и именно Свидетели Иеговы он
определил как свою, самую лучшую конфессию, которая лучше всего сохранила христианское учение. После чего я задаю вопрос этой женщине, свидетельнице Иеговы, знает ли она, почему Христос пришел в 14 году на землю, а только в 1912 году он дал исследователям Библии полномочия учить от лица Иеговы. Почему 5 лет ему пришлось ждать? Конечно, ответа на этот вопрос она не дала. И тогда мне пришлось выложить на стол еще листок с текстами из «Сторожевой башни». Вот те тексты, которые сейчас к вам процитирую, это тексты из литературы для внутреннего пользования свидетеля Иеговы, которые могут очень многое, скажем, изменить в жизни, в мировоззрении этих людей. Сейчас вы поймете, почему. Зачитаем высказывание из «Сторожевой башни» от 15 ноября 1980 года, страница 26-27. «Свидетели Иеговы продали себя из-за неправильных обычаев и попали в рабство мировой империи ложной религии, в скобках организации сатаны. Этот особый случай произошел в ходе Первой мировой войны в 1914-1918 году». Второй текст от 15 августа 1991 года, страница 17. В 1919 году свидетели Иеговы покинули организацию сатаны. То есть, понятное дело, что до 19 года свидетели Иеговы входили в организацию сатаны. Это написано во внутренней литературе организации «Сторожевой башни». Теперь мы понимаем, почему, когда Христос пришел в 1914 году, он не мог назначить эту организацию своим полномочным представителем. Ему пришлось ждать 5 лет для того, чтобы свидетели Иеговы вышли из этой организации. Такова логика той хронологии, которую сами себе придумали свидетели Иеговы и которую сейчас они представляют, пытаются которую защищать для того, чтобы показать безупречную историю своей организации. Я не знаю, с чем это связано, вот эти откровения о сатанизме, 4-летнем сатанизме этой организации. Но, возможно, те свидетели Иеговы, которые работали с архивными документами, видели, что в этот период организация не так была близка к современным свидетелям Иеговы и к тем понятиям и мировоззрениям, которые сейчас есть. Но, тем не менее, эта идея, она в свободном доступе существует в интернете, и в литературе «Сторожевой башни» можно найти и, так сказать, на нее сослаться. Но мы с вами сейчас зачитаем текст Матфея, 24 главу, 48 по 51 стих, до конца. Потому что свидетели Иеговы никогда не приводят этот текст до конца, на самом деле. Они только фрагменты из него берут, которые им очень нравятся. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, в который он не ожидает, в час, в который он не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плащ и скрежет зубов». Так заканчивается этот отрывок о верном и благоразумном рабе. Здесь говорится, что если господин придет и застанет этого человека, когда он его не ожидает, в час, в который он не думает, этот раб, то рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Вот причина, по которой свидетели Иеговы никогда не дочитывают эту историю о верном благоразумном рабе до конца. Они понимают, что сам факт вот этого вот пятилетнего ожидания Христа может неблагополучно сказаться на их вот этой хронологии, на их авторитете. Действительно, получается, что Христос пришел, не дождался, они его не дождались, они не были готовы к его приходу. И тогда, согласно логике отрывка Матфея 24, 48, 51, они являются злым рабом, которого нужно рассечь, и который является лицемером, то есть вернуть его туда, где есть плач и скрежет зубов. Но это еще не все, что касается этой темы, именно связанной с пребыванием организации свидетелей Иеговы вот, в сетях сатаны. Дело в том, что основатель организации свидетелей Иеговы, Чарльз Рассел, умер в 1916 году. То есть какая-то злая ирония безрассудных
и его последователей, поместила смерть его в тот период, когда организация находилась в организации сатаны. То есть в сетях сатаны, когда это была сатанинская организация. То есть получается, что сам Чарльз Рассел, который оставил для нас вот такое свидетельство, самосвидетельство об отношении к Писанию, он умер сатанистом. И даже не это только может поставить в тупик свидетеля Иеговы, а в тупик может поставить еще тот факт, что в самой внутренней организации свидетеля Иеговы написано, что на тот момент, когда в 14 году Христос пришел, свидетели Иеговы не могли его ждать. Ведь, согласно первой версии, Христос пришел у них в 1874 году. Сейчас, с вашего позволения, я зачитаю этот отрывок, где говорится о том, что свидетели Иеговы так, именно так воспринимали учение о том, что Христос обратил свое внимание на землю и, то есть, пришел, собственно говоря, да, или как обратил внимание на человеческое общество в 1914 году, на самом деле появилось не в 2014 году, а намного-намного позже. То есть до 2014 года, вот до, может быть, 1927 года, свидетели Иеговы учили о том, что Христос пришел в 1874 году. Это учение, этот момент истории свидетелей Иеговы отображен в книге Возвещателя Царства Божьего. Поэтому встретить Христа в 14 году свидетели Иеговы не могли. Зачем его встречать, если он и так уже давно-давно пришел? Вот. Поэтому получается три пункта, по которым мы с вами ставим в затруднение представителей этой организации. Первый пункт состоит в том, что с 14 по 19 год они были в организации сатаны. Второй пункт, что Чарльз Рассел умер в 1916 году, то есть будучи сатанистом. И третий пункт, что встретить Христа в 2014 году они просто физически не могли, потому что на тот момент было совершенно другое учение. Учение о том, что Христос уже пришел в 1874 году. Но мы попробуем уступить свидетелям Иеговы и представим себе, что действительно Христос в 1919 году пришел для того, чтобы организовать суд над всеми христианскими конфессиями. И там он действительно на самом деле выбрал организацию свидетелей Иеговы из числа огромного множества христианских деноминаций для того, чтобы эта организация была полномочным представителем его воли, представителем его царства и так далее. Давайте представим, что если это правда. Дело в том, что с 1919 по 2012 год свидетели Иеговы изменили около 50 своих учений. Учения изменили даже иногда на прямо противоположные. И основной аргумент, который свидетели Иеговы используют в своей апологетике, это высказывание, взятое из текста притчи, 4 глава, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Здесь много есть примеров того, как можно воспользоваться этой притчей, но самая главная идея существует вот какая, что Бог Иегова не сразу дает всю полноту истины своим людям, а открывает ее постепенно, как бы вводя в наш мир все больше и больше своего света, все больше и больше понимания того, что есть истина и так далее. Именно это и объясняет различия каких-то учений в том, что, допустим, когда-то там учили, там, что курение не является грехом, потом вдруг поняли, что курение – это грех. Правило обычно свидетели Иеговы такой пример приводят и так далее. Но дело все в том, что если мы посмотрим на историю общества Сторожевой башни хотя бы даже глазами той литературы, которая фиксирует эту историю, то мы увидим, что принцип усиливающегося света никак не применим к этой литературе. И сейчас я приведу вам пример изменяющегося учения, которое нельзя проинтерпретировать как что-то, как иллюстрацию вот этого самого усиливающегося света. Итак, первое вот это, значит, учение, которое можно привести в качестве примера, и которое многократно, несколько раз изменялось в противоположных направлениях, это учение о самом Чарльзе Расселе. До 1881 года
Рассел не считался верным благоразумным рабом. Но в 1881 году его стали считать самого Рассела верным благоразумным рабом. Это отображено в книге «Возвещателя» на странице 143 страницы. Далее, здесь говорится о том, что он считался верным благоразумным рабом с 1881 года по 1927 год, то есть в течение 46 лет. В 1922 году второй президент организации Рутерфорд заявил, что отрицание учения о Расселе как о верном благоразумном рабе является отрицанием самого Иеговы. Это отображено в сторожевой башне за 1 мая 1922 год, страница 132. Итак, что мы видим? То есть, если сначала он не рассматривался как верный благоразумный раб, потом его стали считать верным благоразумным рабом, допустим, что свет усилился, как сейчас говорят свидетели Иеговы, да? То есть усиление света связано с тем, что его признали верным благоразумным рабом. То как тогда мы будем говорить о ситуации, когда его опять вновь разоблачили, сняли с него корону и перестали его считать верным благоразумным рабом? Это тоже должно быть усилением света. Но логика говорит нам об обратном, поэтому на самом деле этот принцип здесь неприменим. Можно приводить и другие примеры изменяющихся учений. Например, можно приводить учение о 14-м годе, о том, как свидетели Иеговы учили, что должно произойти в 14-м году. Я не буду приводить вам всю логику, всю, скажем так, парадигму этой дискуссии. Это достаточно длительный разговор был, около 2 часов. В конечном итоге я просто изложил ряд определенных учений, которые изменялись многократно у свидетелей Иеговы, что не позволяет нам использовать для, так сказать, объяснения этого феномена изменяющихся учений принцип усиливающегося света. С вашего позволения, зачитаю еще текст, который показывает отношение ранних свидетелей Иеговы к изменению доктрин. «Всякое изменение доктрин говорит о неблагодухновенном источнике этих доктрин и об усилиях руководителей согласовать возникшие несоответствия». Это сторожевая башня, так говорит руководящий орган Иеговы, 11.48.54, 11 глава, 48.54, страница 48.54. То есть мы видим, что сами свидетели Иеговы признают, что постоянно изменяющиеся учения, постоянно изменяющиеся доктрины являются доказательством неблагодухновенности руководителей, то есть тех, кто эти доктрины излагает. Итак, мы увидели, что учение свидетелей Иеговы с 1919 года по 2012 год не просто изменились. То есть они изменились принципиально, и к ним неприменим принцип усиливающегося света. Зачитаю еще одно высказывание, которое подтверждает эту мысль из литературы «Сторожевой башни». «Если мы без сомнения последуем за человеком, то это будем уже не мы. Без сомнения, одна человеческая идея может противоречить другой, и та, которая будет светом год или два или шесть лет назад, теперь будет считаться тьмой. Но с Богом такого простора для вариации нет. Нет и тени изменений. Поэтому с Ним, значит, с истиной, любое познание или свет, исходящий от Бога, должны быть такими же, как и их автор. Поэтому новый взгляд на истину никогда не будет противоречить старой истине. Новый свет никогда не будет исключать старого, но будет дополнять его». Это «Сторожевая башня», февраль 1881 год, страница 3. То есть ранние свидетели Иеговы считали, что принцип усиливающего света не может предполагать противоречие одних идей другим в рамках одной развития одного богословия. Ну, это первый способ доказать, что учение свидетелей Иеговы – это ложное учение. Существует еще один способ – это посмотреть на организацию свидетелей Иеговы как на ложного пророка. Когда мы начинаем говорить о том, что организация является ложным пророком, то, как правило, свидетели Иеговы говорят, мы никогда не считали себя пророками, никогда не называли себя пророками. И для того, чтобы опровергнуть
утверждение это, необходимо привести некоторые тексты. Почему именно лжепророчество является доказательством ложности организации? Это видно из высказывания из Второзакония, 18 глава, 20-22 стих. «Однако пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, или которые будут говорить именем других богов, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не Иегова говорил, и слово то не сбудется и не исполнится, то не Иегова говорил это слово, говорил пророк по дерзости своей». Святитель Иегова говорит, мы не пророки, никогда пророками себя не называли. Прочитаем несколько высказываний из Сторожевой башни. Первое. Через общество Сторожевой башни Иегова продолжает пророчествовать в невиданном ранее масштабе. Эта деятельность не просто случайность, за этим стоит Иегова. То есть через организацию Сторожевой башни Бог Иегова пророчествует, он сам стоит за этой организацией. Это Сторожевая башня от 15 июня 1964 года, страница 365. Но, пожалуй, намного более убедительным является следующий текст. «Люди сегодня могут увидеть много творений Создателя. У них в руках есть Библия, но они ее мало читают и плохо понимают. Итак, дал ли Бог Иегова пророка, чтобы помогать людям, чтобы предостерегать их от опасности и объявлять им о будущем, о грядущем?» На эти вопросы можно ответить утвердительно. Кто же этот пророк? Этот пророк не один человек, а орган, состоящий из мужчин и женщин. Это была маленькая группа последователей, следовавших каждым шагом за Иисусом Христом, известная в свое время как группа изучающих Международную Библию. Сегодня они известны как свидетели Иеговы. Конечно, легко сказать, что эта группа действует как пророк Бога. Единственный способ – можно пересмотреть все записи. Такое длинное такое высказывание, где некоторые такие логические существуют, может быть, неувязки, но мы сохранили лексику и фразеологию святителя Иеговы в данном отрывке. Это высказывание относится к Сторожевой башне за 1 апреля 1972 года, страница 197. Статья называется «Они узнают, что пророк среди них». В этом высказывании ясно и четко говорится, что организация святителя Иеговы является пророком Иеговы. Раз есть пророк, значит, есть и пророчество. На какие пророчества мы можем указать, которые не исполнились, которые являются доказательством того, что перед нами ложная организация? Давайте зачитаем высказывание из книги, которая называется «Вечная жизнь в свободе сынов Божьих», страница 29-30. Значит, книга «Время близко». Том 2. Изучение Писания. Общество Сторожевой башни за 1889 год. Страница 98-99. Действительно ожидаются великие вещи, о которых надо говорить, что мы и делаем. В течение 26 лет все существующие правительства будут сброшены и исчезнут. В соответствии с явной достоверностью того, что Библия говорит о временах Иссеврея. Мы считаем бесспорной истиной, что последний конец царств мира сего и полное установление царства Бога завершится к концу 1914 года по Рождеству Христову. Вот высказывание, которое говорит не просто о том, что Христос появится в 1914 году, но который считает, именно утверждает, что бесспорной истиной является последний конец царств мира сего и полное установление царства Бога. Вот на это высказывание святители Иеговы обычно говорят, что ну, это смелое ожидание, это, там, может быть, слишком смелое какое-то такое открытие. И в качестве примера приводят там ту невесту, которая ждет своего жениха. Она ждет своего жениха и там услышала колокольчик, зазвенел, выбегает, встречает, а там, значит, стоит почтальон. Ну, не будем мы над девушкой смеяться, если она вот так вот хочет замуж выйти и даже вот выбегает там к тем, кто на самом деле не очень интересен. На самом деле это очень такое эмоциональное сравнение. И мы не будем на ней смеяться, если она сама будет выбегать. Но если она будет будет всех приглашать, сделать смс-рассылку там и соберет всех своих друзей и подруг на этот колокольчик, потом окажется, что это почтальон пришел всего лишь,
Может быть, первый раз и никто и не посмеется, но пожалеют ее там. Скажут, ну ладно, не расстраивайся там все. Но когда это будет постоянно продолжаться, таких вот высказываний смелых у святителя Иеговы очень много на самом деле, то, конечно, это уже никто не будет воспринимать всерьез. Второй пример, который приводит святитель Иеговы, это пример так называемого препровождения. Это движение парусного корабля, когда происходит смена ветра. Например, если корабль двигается из Кронштадта в Бостон, он двигается на запад, ветер может быть северо-западным или юго-западным, то есть ветер-то меняется, но корабль все равно двигается на запад. То есть здесь святители Иеговы говорят, что видишь, ветер может быть северо-западным или юго-западным, то есть разные как бы, условия, в которых существует данное пророчество или там, данное учение. Но при этом это не противоречит общей программе движения этого корабля. На что мы можем сказать, что для того, чтобы применять этот пример к нашей ситуации, учений различных библейских, мы должны всегда понимать, что движение должно быть на запад, независимо от того, на самом деле, какой дует ветер. Если ветер дует, например, на восток, корабль вообще стоит и не двигается. То есть, если существуют неудобные условия для того или иного пророчества, тогда надо молчать и ничего не говорить. Вот и все. Но ложное пророчество произносить нельзя. Второй момент. Корабль должен двигаться вот в один пункт назначения. Если, как известно, вот Сенека, философ Сенека говорил, что ни один ветер не будет попутным тому кораблю, который не знает, куда он плывет. Если мы то двигаемся в Бостон, то там в Лос-Анджелес, то двигаемся обратно в Кронштадт, то двигаемся в Бомбей или еще куда-то, этот корабль никогда не пойдет в пункт назначения. И никогда ни один нормальный матрос не захочет находиться на таком корабле. Потому что он никогда не будет знать, когда же этот корабль войдет в Тихую Гавань. То же самое и с учением святителя Иеговы. То есть, что является конечной точкой, на которую мы должны рассчитывать, на которую мы должны опираться. Вот судя по тому высказыванию, которое мы сейчас с вами посмотрели, бесспорной истиной является не просто 14-й год, а является то, что это будет последний конец царств мира сего и полное установление царства Бога. Вот если бы, например, святители Иеговы сказали, что в 14-м году что-то страшное произойдет, потом сказали, что это будет крушение там всех европейских держав, потом они дополнили бы это крушением вообще всех держав, а потом бы они еще сказали, что это будет конкретное число, там, 18 там, января, к примеру, в 16.00, тогда мы могли бы говорить о некой логике усиливающегося света. Но мы видим, что ничего подобного в 2014 году не произошло. И никакими рассуждениями философскими о том, что здесь усиливающийся свет, мы не можем оправдать то безобразие, которое произошло на самом деле по вине руководителя этой организации. Люди поверили в ложную идею, за этой ложной идеей пошли, эту ложную идею стали пропагандировать, при этом в твердой уверенности, что они являются истинной Божьей организацией. Именно вот этот фактор наличия ложных пророчеств, пожалуй, самую сильную роль играет вот в том, чтобы представить наблюдателям, внешним людям для нашей дискуссии эту организацию как ложную организацию. То есть, подводя итог тому, что, о чем мы говорили с этой женщиной, мы увидели, что высказывание сторожевой башни прямо противоположны тому, что говорила она. То есть, она говорила о том, что они истинная Божья организация, потому что они следуют Библии. Мы увидели на основании текстов сторожевой башни, что они следуют не Библии, а тому, как Библию понимает сначала Чарльз Рассел, потом понимает сама организация. Эта женщина говорила о том, что Чарльз Рассел не является авторитетом для данной организации. Мы увидели, что это не так, что литература, внутренняя литература сторожевой башни показывает этого человека как очень авторитетного человека, как того, кого можно назвать самим обществом сторожевой башни, и человеком, вере которого нужно подражать. Мы даже смотрели, является ли эта организация пророческой. Эта женщина сказала, что она не является пророческой организацией, она не является Божьим пророком, и тексты сторожевой башни опровергли это высказывание. Таким образом, получается, что кто-то, или организация, или эта женщина, она вводит в заблуждение наблюдателей, в заблуждение вводит нас, и этот вопрос нужно выяснить. Потому что начали мы наш разговор с того, что человек является свидетелем Иеговы, свидетелем, который перед Богом должен нести истину. И человек, который рискует собственной жизнью, жизнью людей, которые его окружают,
позиционируя себя как тот, кто от лица Иеговы действует. То есть мы увидели, что в данном случае либо организация, либо эта женщина, кто-то является лжецом. Понятное дело, что не надо быть особо талантливым человеком, имеющим какие-то пророческие дарования, чтобы понять, что речь идет на самом деле не о бедной, несчастной женщине, которая говорила лишь то, что, чему ее научили говорить, а лживой является сама организация. И это, пожалуй, самое сильное на самом деле открытие, которое, несмотря на все достоинства этой организации, несмотря на то, что они носят в руках Библию, несмотря на то, что они не пьют, не курят, не ругаются матом, все это ложь, лживость, многократная, постоянная, систематическая, перечеркивает на самом деле всю добродетель этих людей. Мы можем говорить, конечно, о том, что в других конфессиях тоже существуют пороки различные, но судя по тому, что из этих церквей, например, из православной церкви, там изгоняются священники там за пьянство, это признак того, что церковь считает это все-таки ненормативным поведением и готова с этим бороться. Но в данном случае мы видим ложь в устах самих организаторов, самих основателей этой организации, ложь в устах руководителей этой организации, которых никто не собирается никуда изгонять, которые сами изгоняют тех, кто не собирается эту ложь принимать и эту ложь проповедовать. Вот основные параметры этой встречи, которые стали, так сказать, базой для нашей новой методики, по которой мы занимаемся реабилитацией свидетелей Иеговы. То есть сейчас эта методика, она называется «Вифильский гамбит», так мы ее, условно говоря, назвали. Мы организуем встречи со свидетелями Иеговы, и все наши встречи имеют некую логику, имеют некие принципы, пользуясь которыми мы стараемся сделать наше общение со свидетелями Иеговы более убедительным и эффективным. Первый принцип, который мы стараемся использовать, это принцип опоры только на литературу «Сторожевой башни». Опыт моих дискуссий со свидетелями Иеговы, я встречался около 40 раз с различными старейшими свидетелями Иеговы, показывает мне, что спорить на тему Священного Писания или обсуждать Священное Писание с ними, в общем-то, бесполезно. То есть единственная польза, которая существует в изучении с ними Священного Писания, состоит в том, что можно построить с ними хорошие отношения. Они могут заинтересоваться тобой, они могут проявить какой-то живой действительно интерес к тебе и могут даже поверить, что, может быть, благодаря тому, что ты любишь Священное Писание, ты можешь стать членом их организации. Но даже если вы приведете массу аргументов в пользу того, что их учение ложное, на основании Священного Писания, на основании внутренней логики текстов, на основании герменевтики библейской, там, знания греческого языка и так далее, вы не сможете посеять зерно сомнения в их сердцах, потому что на самом деле у свидетелей Иеговы существуют как бы две логики. Логика для внешних и логика для внутренних. Внешняя логика говорит нам о том, что свидетели Иеговы изучают Священное Писание, любят Священное Писание и опираются только на Священное Писание. Но на самом деле это логика людей, которые, например, занимаются рыбопромысловым таким рыбопромысловой деятельностью. То есть они бросают мотыля в воду, подкармливая рыб, но сами этого мотыля есть никогда не будут. Вот то же самое для таким мотылем для свидетелей Иеговы является Священное Писание. То есть они пользуются Священным Писанием для других, для того, чтобы их привлекать как неким средством привлечения других людей в свою организацию. Сами же они при этом пользуются не Библией как таковой, а пользуются публикациями общества Сторожевой Башни, то есть теми утверждениями, которые делает руководящая корпорация свидетелей Иеговы. И именно вот разрушение доверия свидетелей Иеговы к их руководящей корпорации является настоящим, подлинным, очень высокоэффективным средством выведения этого человека из организации. Средством поставить его один на один с Богом, когда у человека появляется настоящая истинная духовная свобода, не зависящая от конъюнктуры его организации, от слежения, которое над ним совершает старейшина и так далее. Второй принцип, который мы используем, это обязательно присутствие наблюдателей. Мы никогда не проводим сейчас такие встречи
с глазу на глаз. Именно по той причине, что свидетель Иеговы иногда неосознанно, иногда осознанно отвергают достижения, которые мы сделали в результате нашей совместной беседы. Когда ты доказываешь свидетелю Иеговы, что то или иное учение ложное, когда показываешь ему отрывки из Священного Писания или еще из чего-то, когда ты ставишь в тупиковую ситуацию, свидетель Иеговы часто либо отрицает, что был факт вот, неприглядный для него, где-то он, может быть, слукавил, схитрил, там, сделал очень такое опасное утверждение, либо возникает ситуация, когда человек просто говорит вот только так и никак иначе, вот и все. То есть вот этот красный квадрат показывает на желтый круг. Я вот верю так, и все, и этот вопрос даже не обсуждается. Когда существуют внешние наблюдатели, они дисциплинируют свидетеля Иеговы, они показывают, что он на самом деле находится в ситуации, ну, по сути, некого такого открытого судебного слушания. И его утверждение, его позиции, его логика, она становится апологетикой его организации. И здесь он не сможет слукавить и схитрить и уйти от прямых ответов. Здесь все по-честному, и поэтому приходится отвергнуть некое лукавство, которое иногда присуще свидетелям Иеговы, для того, присуще именно с целью вот, выйти из-под опасного какого-то удара, из-под какой-то критики объективной и так далее, не отвечать за свои слова. Ну и, конечно же, третий принцип, которым мы руководствуемся, это любовь к этим людям, это понимание того, что сами по себе они неплохие люди, и в организацию они попали, многие из них, по ошибке, руководствуясь добрыми намерениями, желанием послужить Богу, скажем, как-то пригодиться ему, изменить жизнь себя и своих ближних. И это, конечно, нужно ценить. И наша задача состоит не в том, чтобы разрушить вот эти добрые мотивы этого человека, но для того, чтобы эти добрые мотивы смогли действительно пригодиться не каким-то хищникам, людям, которые стремятся к власти, а чтобы это все послужило Богу и ближним, чтобы это привело к созиданию, а не к разрушению, к укреплению семей этих людей, к укреплению их отношений с Богом. Поэтому весь процесс этой дискуссии включает в себя определенный сценарий, то есть работа по определенному сценарию, когда мы говорим об организации, мы говорим о истории этой организации. И, в принципе, вся сложность состоит только в том, чтобы всегда из любой ситуации, которых возникает очень много в процессе дискуссии, когда свидетели Иеговы пытаются отойти от этой темы, когда они пытаются там, переключиться на другие темы там, или отвлечь внимание, чтобы держать все время вот дискуссию в своих руках, чтобы говорить о тех вещах, которые действительно являются отображением внутренней сути этой ложной организации. И тогда, когда наблюдатели начинают убеждаться в том, что перед нами действительно существует ложная организация, что этот человек просто ошибается, что он сам, не понимая того, отстаивает убеждения людей, которые его не любят, потому что за его спиной они говорят, они учат тому, что на самом деле может повредить этому человеку, то это является залогом некоторых таких положительных изменений в судьбе этого человека. В данном случае эта женщина через полгода она ушла из организации. То есть полгода ей хватило для того, чтобы переосмыслить свое положение, изменить какие-то свои позиции. Наша дискуссия закончилась тем, что она сказала, что всех нас попутал сатана. И, хлопнув дверью, она выскочила из этого помещения. Тогда я выложил еще два текста на стол. Сейчас я их зачитаю. «Враги не заслужили того, чтобы им сообщалась правда, ибо они используют ее против слуг Иеговы. В военное время правильно и дозволительно вводить в заблуждение волков врагов». Это у нас «Сторожевая башня» за 1 февраля 1956 год, страница 80. То есть здесь говорится о том, что можно врать, можно лгать. Хотя высказывание очень такое красивое, что вводить в заблуждение волков врагов. Но кто такие волки-враги? Это уже, как говорится, на совести у свидетеля Иеговы.
И второе утверждение. Если христианин на суде будет поставлен перед альтернативой сказать правду и предать своих братьев, или не сказать правду и нарушить присягу, то зрелый христианин всегда поставит благополучие своих братьев выше собственного благополучия. Посмотрите, какая красивая фраза. Он не должен лгать, написано здесь. Он должен поставить благополучие своих братьев выше собственного благополучия. Но за этой красивой фразой стоит на самом деле именно оправдание лжи, на которую должен идти свидетель Иеговы для того, чтобы защитить свою организацию любой ценой, даже ценой вот такого лжесвидетельства на суде. Поэтому с самого начала наша дискуссия имела провокационный характер, и она доказала, что человек, попадающий в эту организацию, не может соприкоснуться с этой ложью, не может замараться этой ложью, не может самостоятельно с этой ложью справиться, которая изливается на этого человека, который уродует его душу, его отношения с Богом, который становится проводником не только ложных идей, но и лжи. Лжи, на которой построена эта организация, ее власть, ее бизнес. Я думаю, что самая главная идея вот Вифильского гамбита – это идея того, как помочь человеку, входящему в организацию Святителя Иеговы, думать самостоятельно. Научиться думать логически, делать правильные выводы из тех разрозненных фактов, которые предоставляются ему в его организации. Это является залогом его последующего свободного мировоззренческого выбора. И здесь существуют и другие очень важные факторы, без которых этот человек не сможет изменить свою жизнь. Первый фактор состоит в том, что мы должны молиться за этого человека, мы должны сочувствовать и переживать за него, чтобы Господь помог ему, чтобы Господь открыл ему свою истину, чтобы Господь помог этому человеку преодолеть вот его зависимость от организации. Второй момент, конечно же, после того, как человек выходит из организации, на этом его, так сказать, состояние сектантства не заканчивается. Порой многие люди, ушедшие из организации, могут десятилетиями оставаться мировоззренчески, оставаться свидетелями Иеговы. И это все самым негативным образом складывается на их отношениях с родственниками, с детьми, с коллегами по работе и так далее. Поэтому, конечно же, человек, который выходит из организации свидетелей Иеговы, с ним необходимо проводить определенную реабилитационную работу, где он может познакомиться хотя бы с основами религиоведениями, познакомиться с классическим христианством, где он может узнать о каких-то особенностях психологии. Может быть, там ему будут объяснены некоторые механизмы вот, влияния на человека в сектах, механизмы контроля сознания. Это делается для того, чтобы, уйдя из одной организации, он не попал в другую. Часто многие свидетели Иеговы, не находя определенной поддержки среди родителей, там, среди родственников или коллег, но и ища какую-то похожую на то, что они имели среду в их организации, находят какую-то другую секту с другой парадигмой, но с очень похожей атмосферой, с очень похожими какими-то условностями отношений, моделями отношений, и попадают в эту организацию. Поэтому здесь необходимо дать человеку понимание логики психического взаимодействия, которое существует в секте и так далее. Ну, вот. Ну и, конечно же, я считаю, что самая эффективная, конечно же, работа со свидетелями Иеговы, как и с другими сектантами, это, конечно же, профилактика. То есть мы не должны не только заниматься тем, что мы уже действующих сектантов пытаемся как-то вот любить такой пасторской заботой, но и те люди, которые еще не попали, но которые могут по разным причинам попасть в эту организацию, чтобы они имели хотя бы первичные знания о том, что их ждет в этих сектах, какие угрозы существуют там и так далее. Дай Бог всем вам здравого смысла, мудрости, терпения. Пусть солнце правды Христос вам осветит вашу дорогу и убережет вас от попадания в различные секты.